Вернуться к 5 заместителям, ввести должность первого зама. Глава города Алексей Сафонов представил свой вариант обновленной структуры администрации. Как пояснил Алексей Александрович, такое решение он принял, проанализировав опыт прошлых руководителей муниципалитета и задачи, которые ждут Саров в ближайшем будущем. По функциональному наполнению первый заместитель за собой имеет структуру, если смотреть с прошлой, структуру заместителя по общим вопросам. Плюс здесь добавляется один отдел, который я сейчас хочу сформировать. Это так называемый, как правильно сейчас называется, отдел перспективного развития территории. Это отдел, который сейчас будет готовить вопросы развития, территориального развития. Сюда же будут относиться вопросы, связанные с возможным присоединением территории и агломерацией Большой Саров. В последующем, если все задуманное удастся исполнить, эта структура станет самостоятельной. И возглавлять ее, скорее всего, будет заместитель главы администрации по внешним территориям. Другие заместители безымянные, но фактически каждый из них будет отвечать за определенный блок. Например, один из замов будет заниматься финансами и экономическим развитием. Под ним формируется вся вертикаль экономической деятельности администрации. Планирую переформатировать прошлую вертикаль зам главы по капстроительству, потому что оно, как говорится, на текущий момент задач много, но не столько, чтобы был просто замглавы по этому направлению. Хочется, формально это будет замглавы, но это замглавы по развитию территории, существующей территории, куда мы планируем завести все задачи капитального строительства плюс департамента, комитета управления муниципальным имуществом. Следующий вертикаль – заместитель по городскому хозяйству. В его задачи будет входить еще и управление муниципальными предприятиями. Еще один заместитель традиционно займется социальными вопросами. Тут без больших изменений, за исключением того, что из КУМИ убирается функция распределения жилья, отдел по жилищным вопросам, чтобы это вопрос социальный и в меньшей степени касается муниципального имущества. И этот вопрос депутаты вынесли на ближайшее заседание городской думы 26 февраля. Если там структуру утвердят, кандидатуру своих замов Алексей Сафонов представит в течение нескольких дней. Согласовывают заместители также депутаты. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.